Добрый день, милые дамы, уважаемые господа. С вами Светлана Амельянц, автор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. В этом видео я хочу подвести итоги вязального марафона «Белая овечка», который проходил в мае. Как обычно, наши вязальные марафоны рассчитаны на тех, кто делает первые шаги, поэтому мы выбираем такие мастер-классы, где участники могут покреативить, потому что мы даем небольшие рамки, но в то же время должны четко следовать инструкции. Именно поэтому очень большой процент тех, кто вылетает на первых уроках, потому что смотрят невнимательно, делают неправильно, но зато те, кто доходит до конца, получают необычное дизайнерское изделие, которое самостоятельно придумать достаточно тяжело, если вы делаете первые шаги. Даже если вы делаете уже не первые шаги, то все равно придумать то, что придумываем мы с Натальей, достаточно тяжело, потому что наш многолетний опыт посредством вязания и дизайна в разных областях визуального творчества приводит к тому, что придумывание для нас – это развлечение, это хобби, это то, чем мы занимаемся с очень большим удовольствием, и поэтому с таким же большим удовольствием мы делимся. Так вот, итогом нашего вязального марафона «Белая овечка» стало платье, связанное из полушерстяной пряжи, которую предоставил нам наш спонсор, магазин пряжи «Вязание Вязники». В этом платье мы использовали 3 пастельных цвета пряжи. Изделие получилось необычное. Можно говорить, что оно слишком необычное, можно сказать, что оно очень необычная резинка и что-то такое на плечах, но задача, которую мы поставили, это было совместить вязание лифа с воротником. И поэтому верхняя часть, которая напоминает боа, пышная, это как раз та часть, из-за которой наше платье было названо «Белой овечкой». Ну, а те, кто вязали с нами на этом марафоне, скоро мы увидим их отчеты, а все остальные, если вы не принимали бесплатное участие, то вы можете приобрести запись этого мастер-класса, ссылочка находится под этим видео. Напоминаю, что марафоны мы проводим регулярно, каждый месяц, и в ближайшее время у нас марафон будет посвящен чемпионату мира, который проходит в России и тем более в Санкт-Петербурге, где находимся мы. Поэтому мы не можем обойти это событие и приглашаем вас на наш новый вязальный марафон, который будет проходить в июне и где мы будем вязать посвящение чемпионату мира по футболу. Подписывайтесь на нашу рассылку, ставьте лайки, приходите на наши бесплатные открытые вязальные посиделки по вторникам, четвергам и вяжите с нами, получайте такое же удовольствие от процесса вязания и творчества, как это происходит у нас. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.